Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Ольга Ульянова, и сегодня такой небольшой урок по возможности первого вида заработка на бесплатном пакете в компании Libertadge. Ну вот мы сейчас находимся на сайте компании, и наверху вот здесь есть кнопочка «Мой аккаунт». Вы заходите в свой кабинет под своим паролем и электронный адрес вводите. И в кабинете, вот здесь слева в меню, есть такая кнопочка. Ну, она вот по-английски называется «Task», если перевести. Кстати, заходите в кабинет через Google Chrome. Тогда вот у вас будет тут под рукой автоматический переводчик. Если перевести, то здесь задачи. В общем, здесь вот в меню второй пункт сверху вниз, здесь задания. И эти задания позволяют зарабатывать в компании, даже если вы вошли на бесплатный пакет. То есть это как бы первый вид заработка. Ну, в презентации вы смотрели, видели, что компания только начала свою работу, буквально полторы недели назад открылся сайт, поэтому сейчас все будет добавляться, и вот первый вид заработка, он только сейчас появился, но будет еще здесь много интересного. Таким образом, первый вид заработка на просмотре рекламы. Каждый день на этой страничке у вас будет появляться 10 ссылок, вот вы их видите. Да? Каким же образом идет заработок? Ну, вот смотрите, пока здесь написан общий баланс 0, но я через переводчик, чтобы было понятнее. Да? Ну, в принципе, если хотите, можем и на английский поставить. Кликаем по ссылочке, по первой ссылочке. Вас перенаправляет на страничку. И на этой страничке, вот здесь видите кнопку. Кликните, чтобы стартовать. Ну, мы по этой кнопочке и кликаем. И пошел отсчет. То есть на каждой страничке вы должны побыть ровно одну минуту. И за одну минуту просмотра рекламы компания Libertadge начисляет от 23 до 99 центов. То есть каждый раз, каждый день это будет свой тариф, но в среднем от 23 до 99 центов. Хочу подсказать, что вот когда вы находитесь на этой страничке, вам на ней и нужно оставаться, потому что если вы, пока вот она здесь, просмотр идет, вы захотите перейти куда-то в другую вкладку, то здесь просмотр остановится и придется начать все заново. После окончания просмотра вас система автоматически возвращает, значит, в ваш кабинет. И вот вы видите, первые 23 цента вам уже начислились. Ну и таким образом нажимаете вторую ссылочку, опять пошел отсчет. И как только это закончится, вас опять вернет в кабинет. Вот давайте для, так сказать, для наглядности я уйду в какую-то другую вкладку. Вот сейчас у нас 40 секунд, я пошла в другую вкладку. Ну, просто визуальный заклад, да? И сейчас вернемся назад. Видите, заново начался отсчет. То есть вам нужно оставаться на этой страничке для того, чтобы вам это было засчитано. Но, в принципе, вам не обязательно прям сидеть перед компьютером и смотреть на эту страничку. Если, конечно, вдруг вас какая-то информация заинтересует, вы можете тут пролистать, посмотреть, да, но если вам это не интересно, то можно отойти, можно в это время чаек попить, например, да, книжку почитать, помедитировать. То есть делайте все, что вам угодно, просто периодически кликайте по этим ссылкам. Вот. Значит, сейчас вот она закончит, и я продолжу. Нас опять вернуло в кабинет, и вы видите справа, что вот они, две ссылочки, вы их уже отработали, и вам начислено 46 центов. Ну, согласитесь, труд невеликий, да, вот, а 23 цента, ну, это, в общем-то, 6 рублей за одну минуту. То, что у вас уже накопилось, все это будет видно в другой вкладке, вот здесь вот в балансе. То есть каждое утро у вас вот эта страничка будет обновляться, здесь будут накапливаться средства, и здесь будут новые ссылки.
То есть фактически вот эта страничка – это ваши дневные задания и ваш дневной заработок. Эти начисления в конце недели будут приходить на ваш баланс. Ну вот я хочу сказать, что я вошла буквально 2 дня назад, и вот единственный раз, когда я прокликала, это был один день, да, и вот здесь вот 4,60 уже заработано. Ну, в общем-то, за 10 минут работы это небольшие деньги, но и не так уж плохо. Потому что если мы посчитаем, вот посмотрите, расценки за просмотры рекламы. От 2 центов до 99 – это от 6 до 30 рублей за одну минуту просмотра, да? А если пересчитать на час, то это от 360 до 1800 рублей в час. Уже неплохо, совсем неплохо. И если учесть, что в месяце 24 дня – то по 10 минут работы ежедневно в течение месяца есть возможность заработать от 1400 рублей до 7200 рублей в месяц. Работа не пыльная и, в общем, оплата достаточно неплохая. То есть, так как это компания из Голландии, то оплата здесь, в общем-то, по европейским стандартам идет. Да? Работаем мы, сидя у компьютера дома в России, например, да, а получаем оплату по европейским стандартам. Вот таким вот образом. Ну и на главной страничке, вот здесь вот тоже отражается этот же баланс. Ну, здесь будут еще и другие функции. Вот здесь видно, что пакет бронза, то есть бесплатный пакет, и вот это уже как бы первые денежки накапали. Хорошо, это был такой небольшой урок-подсказка по первому виду заработка. Скоро появятся и другие, о них мы тоже поговорим. И поговорим в другом видео еще и о других функциях. Например, здесь есть еще цифровой продукт, который нам тоже доступен, в том числе и на бесплатном пакете. LifeInbox. Это очень интересная тема. Но об этом мы поговорим в следующий раз. С вами была Ольга Ульянова. Всего доброго.